Да. Это что это такое? Остановился, едет в другую сторону. Батюшки, что же это такое? Игрушечный поезд. Разве игрушечные поезда могут ездить? Да, с пульта управления. У него есть аккумулятор и электродвигатель. Поехали. Круто! А можно мне покататься? Конечно, можно! Вот сюда. Поехали! Ю-ху! Ю-ху! Я никогда не ездил на поезде. Это реально круто. А ты хоть умеешь тормозить? Останавливаться ты умеешь? Фух, слава богу, а то я перепугалась. Что это за вагон, на котором я стою? Это не вагон, а кран. Кран? Он что, может грузить? Да. А покажи как. Сейчас я отъеду вместе с тобой. Да. Это небезопасно, у тебя нету каски. Выдвигаем опоры, чтобы не упал кран. Выдвигаемся. О. Ослабляем трос. Шустру, зато ты можешь цеплять. Давай, помогу тебе. Молодец, шестрон. Поднимаем. Ой-ой-ой, надо мной бревно. Спасибо, что переставил меня подальше. А? Еще ты можешь отцеплять. Отцепляй. А? Вверх. Смотри, тут есть механизм. Там есть винт и шестерня. К шестерне прицеплены вот эти вот части, которые прицеплены к стреле. И вот поднимается все вот так вот. Вот сейчас опускаем. Вира! Это значит вверх. Ой, то бревно надо мной, то теперь какой-то дом. А что это такое ты разгружаешь? Контейнер для перевозки снегохода. Опс. Вот, шустрон. Подарочек. Какой крутой подарок, можно я на нем поезде? Не поедешь, а покатаешься. Вот это да, я... Сколько у меня сегодня впечатлений и на поезде катался, и на снегоходе. Вот это да! Он прямо под меня, для моего размерчика подходящий. А что вот это за башня стоит? Это стемофос. И как он работает? Тут есть диспетчер, который управляет этим стемофором. Видишь, это вал управления. За него ты вот так берешься и вот так поворачивается. И что это означает? Красный свет означает нельзя. А зеленый? Можно. Значит, поезд может ехать? Да. Поезд поехал. Нужно убрать опоры. Опс, опс. Все. Хочешь прокатиться? Конечно. Теперь перевести стрелкой. А как у него поворачиваются колеса? Опс! Тут есть тележки на осях, поворачивающиеся. Вот так. Соответственно, рельсам. Поворачивающая тележка, она заставляет поезд, чтобы он ехал прямо, а сами тележки поворачивали. А где здесь мотор? Видишь, тут провод идет. Вот, видишь, черный. Так, что это? Это провода электричества.
Это же электродвигатель. А где он находится, электродвигатель? Видишь? Вот он. Видишь, тут зачеркнут бак. Ага, вот где оно, сердце, само мотор. Все понятно. А он работает на батарейках? Да, которые спрятаны в аккумуляторе. А вот это значит, что он может ехать туда-сюда? А вот это что такое? Это скотосбрасыватель. А зачем он нужен? Ну, вот, допустим, упало на путь дерево. И этот скотосбрасыватель сам сдвигает его. А, он расчищает путь, получается? Да. А что это такое за вагон? Это банковский вагон. Что значит банковский? В нем приводятся деньги. Сейчас... Деньги? Сейчас открою. Да это настоящий сейф. Золото? Поехали. Вот это да. Тут есть кое-что знакомое для тебя уже. Погрузчик. О! Это вы денежки грузите? Да. А куда вы их грузите? В эту машину. Опс. Ля. Круто! Вот это да! Здесь еще есть и воришки, которые хотят ограбить. Ты меня еще покатаешь? Покатаю. Один разок. Да ладно, один разок. Еще много, много раз. Дима, много раз хочу играть. Ну, давай тогда каждый день. Давай, будем играть каждый день. Да, но на сегодня хватит. Поехали.